Он может в это поучаствовать. Можно ли тоже внести свою посильную лепту? Конечно. Каждый житель, собственно, вот в том мероприятии, в том компоненте проекта, который сейчас непосредственно мы начинаем реализовывать, это создание этого атласа, собственно, выявление мест обитания редких видов растений, животных, не только краснокнижных видов, но в частности по растениям, это, например, виды экзоты, которые вот отличаются чем-то, красотой какой-то, цветы, например, какие-то, или, например, крупные деревья и так далее. То, что может быть интересно с точки охраны природы и вообще людям даже посмотреть. Вот. Или, например, каких-то виды. Есть виды, которые достаточно сложно отличить, и нужны специалисты, у нас будут работать специалисты. Но есть виды, которые легко отличимы, например, дятел сирийский. Несмотря на то, что он сложно отличается от большого пестрого, но если в городе, то 90% что сирийский дятел. Поэтому, если вы где-то услышали, как кричит дятел, или увидели дятла, вы можете по телефону 725-32-16 позвонить, сообщить, что вы где-то это видели, и, соответственно, специалисты приедут, проверят. Точно так же с болотной черепахой. Вид, который сложно перепутать с кем-то. Увидели где-то, черепаху позвоните, ни с кем не сообщите. Перепутает. Пустельга тоже, единственный сокол, который в городе гнездится, где-то увидели или услышали голос характерный. Точно так же. Поэтому, в принципе, не занимаясь этим специально, а просто, ну, бывая в разных частях города, по разным своим делам, если вы обратили внимание на какой-то необычный вид, звоните, приедем, проверим. Если вы хотите, скажем, более предметно поработать, точно так же свяжитесь с нами, мы можем определить участки, где вы проживаете, окрестности, вместе с вами пройти, провести инвентаризацию, вы можете научиться чему-то у нас в том числе. Андрей, огромное вам спасибо за то, что сегодня утром вы пришли к нам в гости, ответили на наши вопросы. Еще одна отдельная благодарность за повышение нашего экологического образования. Я высказываю надежду на то, что общими усилиями нам даже в городской среде жить будет более здорово и более комфортно. Спасибо вам большое. Спасибо вам. А мы напоминаем, что сегодня утром в гостях утреннего эспрессо был представитель Брестского областного отделения общественной организации «Ахова Птушек-Батьковшины» Абрамчук Андрей. Сейчас немного ретроспектива. Наверняка многие из вас в детстве что-то коллекционировали. Красивые маленькие игрушки, упаковочные обертки от сладостей или, к примеру, пуговицы. С возрастом у кого-то страсть к коллекционированию угасает, у кого-то наоборот. Она длится долгие годы. Кстати, о коллекционировании знали еще в Древнем Риме. Богатая коллекция предметов искусства выдавала владельцы коллекции немалого эрудита. Сегодня коллекционирование – это прекрасное хобби. Насколько оно прекрасно, убедимся сами, тем более, когда речь идет о кошках. Доброе утро! Известно, что первым русским коллекционером был Петр Великий. Он с юных лет собирал оружие, редкие монеты и минералы. Наполеон Бонапарт, к примеру, коллекционировал часы оловянных солдатиков, а вот немецкий канцлер Отто фон Бисмарк был страстным любителем градусников. Академик Павлов собирал почтовые открытки с изображениями бабочек. Николай Алексеевич Некрасов стал обладателем коллекции из 64 видов охотничьих ружей. А вот белорусский историк Анатолий Белый собрал коллекцию, в которую вошли около 3000 различных живописных и графических работ. Традиции коллекционирования живы по сей день. В прошлом преподаватель английского языка, сейчас брестский коллекционер. У нас с вами есть замечательная возможность лично познакомиться с Ларисой Рудаковой и ее необычной коллекцией. Гостиная Ларисы Ивановны напоминает мини-музей. А все потому, что женщина уже на протяжении 40 лет собирает вещи с изображением самых грациозных и ласковых домашних питомцев, котов и кошек. Сейчас бывшая преподавательница иностранного языка с радостью вспоминает о том, как все начиналось.
говорит, что первой вещью в коллекции стала поздравительная открытка с изображением котов, подаренная мамой тогда еще студентки университета Ларисе Рудаковой. К сожалению, среди тысячи других фотографий, писем и карточек, которые со временем появились в коллекции, ту самую заветную открытку найти невозможно. Впрочем, как и другую, не менее дорогую. Вторую открыточку на кошачью тему мне прислал молодой человек. Это уже было там года 24, наверное, мне когда. Значит, и тоже там изображен кот, и глаза такие там, ну, как-то сделано, что так вот шевелятся. Как оказалось, любовь к котам у Ларисы Ивановны появилась еще в раннем детстве. Длится она до сих пор. 11 лет одна кошка прожила, и 11 лет другая, и год еще одна, ну потом ее забрали. Так что с ними я плотно дружила. Это были мои такие и утешители, и лекари, и даже так подозреваю, что, может быть, мне вторая кошка, может, даже и спасала жизнь. Иногда кажется, что не ты большой и его опекаешь, а что это твоя мамочка прямо или опекунша какая-то. Настолько она как-то тебя так ласкает. Все друзья и знакомые Ларисы Рудаковой прекрасно знают о ее любви к котам и кошкам и при каждом удобном случае дарят ей милые безделушки. Но все же большую часть вещей, которые сейчас находятся в коллекции, женщина приобрела сама. За несколько десятилетий у нее накопилось несчетное количество статуэток, открыток, фотографий, чашек, полотенец, разделочных досок, предметов гигиены, мягких резиновых и елочных игрушек, спичечных коробков, наборов конфет, календарей, подушек, салфеток и других предметов с изображениями котов и кошек. Впору было бы провести инвентаризацию, шутит Лариса Ивановна. Эти милые вещицы создают в квартире хозяйки особенную атмосферу. Тут царит ощущение уюта и чувство умиротворенности. И вновь все о них, а вернее о нас, о прекрасных дамах. Итак, дамы Брестской области не просто прекрасны, они еще умны, успешны и занимают активную общественную позицию. Недавно подвели итоги республиканского конкурса «Женщина года 2013». Итак, в числе победителей есть и наши землячки. В номинации «За женское мужество» награду удостоена учитель физической культуры и здоровья из деревни Молотковичи Пинского района Светлана Новак. А вот в номинации «За удачный дебют в бизнесе» заслужила награду Валентина Шугай. Поздравляем землячек с победой. Кстати, в числе женщин года и знаменитые белорусские спортсменки Дарья Домрачева и Алла Цупер. Ждем от олимпийских чемпионок новых побед. А тему женского мужества, спорта и побед продолжит Петр Бутрим. За свою более чем вековую историю большой теннис прошел путь от игры аристократов до одной из самых популярных спортивных дисциплин. Как и в любом другом виде спорта, неправильный подход к тренировкам не только не принесет пользы, но и может причинить вред здоровью. А вот на что обращать внимание новичкам, расскажет специалист. Широко известно, что обучение ребенка в секции тенниса стоит в ряду с такими средствами культурного воспитания детей, как уроки музыки, танцев и рисования. Конечно, с таким тезисом можно и не согласиться, однако польза игры очевидна. О ней немногим позже. А начинать знакомство с теннисом лучше всего с выбора подходящего инвентаря. Первое, на что нужно обращать внимание, когда ребенок приходит маленький в теннис, это на то, что нужно правильно выбрать ракетку и какими мячами работать. Потому что профессионалы играют все, и хорошие любители, они играют взрослыми вот такими мячами. А дети, для детей разработаны, начиная от маленького возраста и от степени подготовки, первый уровень, второй, третий, есть определенные мячики. Это для первого уровня, он такой большой и мягкий. Второй уровень идет оранжево-зелененький мячик, третий уровень потверже, но тоже мягкий, с точечкой мячик. Это последний уровень. И профессионалы, и хорошие любители, они играют такими мячами. Также есть ракетки. Ракетки специальные для ребенка, облегченные. И по возрасту они квалифицируются, и по уровню игры тоже.
Кстати, начинать заниматься большим теннисом можно уже с 4-5 лет. Однако в этом возрасте необходимо больше внимания уделять развитию ловкости и координации. К тому же теннис хорошо влияет на зрение, ведь во время игры ребенок всегда сосредоточен, что стимулирует мышцы глаз. А для того, чтобы быть с ракеткой и мячом на «ты», есть простые упражнения. Первое упражнение – это просто катаем на ракетке мяч. Катай чуть-чуть. Чтобы чувствовать, да? Так, вот мы катаем, катаем. Если ребенок делает больше 10 раз, очень замечательно, хорошо. Мы переходим к следующему упражнению. Следующее упражнение – это набивание вниз. Набиваем вниз. Отлично. Мы на месте, набиваем очень хорошо. Следующее упражнение – берем мячик, ручку набиваем вверх. Набиваем вверх. Когда ребенок справляется с этим заданием, мы переходим к следующему заданию с поворотиками. Нет лучшего занятия для того, чтобы снять психическое и умственное напряжение. Удивительно, но в то же время развивается как реакция, так и скорость мышления. Арсенал технических приемов в теннисе невероятно богат и разнообразен. И все же один из самых основных – удар по мячу справа. Мы сейчас будем с ним разучивать удар справа. Основная стойка. Основная стойка. Чтобы проверить, правильно ли ребенок держит ракетку для удара справа, мы ложим ракеточку вниз и поднимаем ее сверху. Вот. И так мы держим ракеточку для удара справа. Держи второй рукой. Так, чтобы сыграть справа, у нас есть отведение. Первое. Отведение через верх. Замах, шаг на мячик, удар. Удар происходит касание мяча, плюс проводка за мячом и концовка закрыть удар. Он заводит ракеточку. Итак, с основной стойки мы сделаем все в воздухе, имитацию. Без мяча пока имитация. Шаг на мяч, удар. Теннис – это спорт, который требует от ребенка терпения и кропотливой работы. В награду за это он дарит вашему чаду ценнейшие навыки, которые помогут ему не только на корте, но и в любой жизненной ситуации. Надеемся, что нам сегодня удалось вам рассказать немало интересного и поднять настроение. Ведь если перефразировать знаменитую поговорку, то как день начнешь, так его и проведешь. Поэтому мы вам желаем самого лучшего, яркого и насыщенного дня. Это была программа «Утренний эспрессо». Меня зовут Вероника Тарасюк. До встречи на телеканале «Беларусь-2».